учился в нескольких технических вузах. В 1985 году окончил Новосибирскую консерваторию, дирижерский факультет, кафедру дирижирования по специальности, дирижер симфонического оркестра. В 1990 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа по специальности, актерское искусство, мастерская А. Гончарова и М. А. Захарова. До 1992 года актер театра имени Маяковского. С 1992 по 2002 годы актер театра Гешер, Израиль, был режиссером и ведущим программ «Двойной удар» и «Тормозов» «Нет» на израильском ТВ, преподавал в театральной школе Бейт-Цви, участник и лауреат престижных международных театральных фестивалей «Вена», «Авиньон», «Эдинбург», «Париж», «Базель», «Рим», «Мельбурн», «Токио», «Нью-Йорк», сотрудничал с театром Хаусманна, «Бохум», «Германия», «Судзуки», «Тога», «Сидзуока», «Япония», театром на Таганке, «Москва», с 2013 год. Актер МХТ им. Чехова, принимает участие в спектаклях Московского театра студии ПРА, Табакова и Московского театра Ленком.